Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я играю в GTA 5 RP на одноименном сервере GTA 5 RP. Включи свет. Хорошо. GTA 5 RP в Strawberry. По порядку не помню, какой сервер. И, в общем, я играю впервые. Только вот создал, только вот зашел. Не знаю, что делать, как. Буду, в общем, ой. Так, Майкл, где, чтобы заговорить? Угу. Так, а дальше-то можно? Или оно само? Наверное, да, оно само. Так, начать квест. Я использую стрелка вниз, геолокация SMS, Backspace, M, меню задания. M, меню задания. Сначала путь C. Не была дорога, знаешь, что тебе помогут. Настройку и заработайте первые деньги. Угу. А что надо пешком? Два. Сейчас не отключи. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду-ту-ду. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Два. Два. Угу. Ладно, наверное, надо пешком. Школа же точно. Или должен быть еще какой-то маркер. Так, Е. F10 задание. Так, ну это да. F10. Задание. Чопти. Точка на карте. Верно, надо пешком. Ладно, побегу. И вот я добежал, да? Или надо внутрь? Наверное, надо внутрь. О, да. Е. А что делать дальше-то? А, я пока М. Нет. Е. Ладно. Да, не начало, точка. Этот нет. А, вот. Как я не заметил даже. Так, Е. Угу. Угу. Да, начать работу. Понял. Так, лестница.
Я, кажется, не в то здание зашел. Ошибся стройкой. Оп. Ну все люди там ходят. Наверное, и мне надо туда. Так, куда? Куда я? Туда веду-то или нет? Что так сложно-то? Я, наверное, не то что делал. Вот второй этаж. Наконец-то. Оп. Первое. Ой, так е. Что-то новое. Сообщение. Так. СМС. Вот так быстро возвращайся ко мне. Ну. Ладно. Так, а есть что-то... Дом. Важное. Назад. Нет, не то. Так, и это не то. Ладно, поработаю в разик и побегу. Что еще делать, если квест такой? Я его придумал. Оп. Нет, я, пожалуй, уйду. А вот люди тут все, короче, тут бегают. Меня послали куда-то наверх. Не совсем справедливо. Так. Опа. Опа. Е. $21. Да, хочу. Так. Так. Мопед. Закрыт. Ладно. Наконец-то. Надеюсь, надо не будет еще бегать. То это немножко время затратно. Надеюсь, он недалеко. Понял.
Так, в итоге, после небольшого перерыва, я узнал, где, оказывается, брать скутеры. Делается это, первых F10, задание, начало, Джорджу. И тут есть другой NPC, арендодатель, и уже у него можно брать скутеры. Так, заводим, закрываем. Ой, так, вижу, стрелочки не работают. И едем. Оп, налево. Поэтому вот, не забывайте, знайте, что, чтобы доехать до сюда, надо именно здесь ехать. Next tune's from the almighty Chief Keef. Broadcasting to Los Santos. Вот, радио выключили. Теперь можно и ехать. Спокойненько. Конечно, чуть-чуть громко. Сейчас еще подделаем. Так, настройки. Аудио. Тебя потише, тебя потише. Все. Вот другое дело совсем. Приодеться. Вот, доверия к тебе нет. Ковые сигареты. Понял. Окей. Телефон, GPS. Так. Магазины ближайшие. Так. Ну ладно. Примем это. И надо еще потише. Нормально, нет. Бедливый. Ладно, бедливо. Это сила. Есть. Ща-ща-ща. Так, вниз. Что там надо было купить? Колу, сигареты. Ага. Оп. Это? А, и это.
Припаркуемся. 2F. Зарядка для песел. Где? Вот. Е. Кола. Наличь. А. Или надо было с карты. Это карта. А, вот. То есть карта есть наличка. Так, вроде все. И. А вот у меня есть джинсы. Джинсы надеть. Ай. Все разгромил. F. L. F. L. 2. V. Г. Не работает. 2. Где джим? А, вот он. Или нет? Нет, он там. Да. Ну, где такси? Здесь вроде туда, да. Да. Наружу чуть-чуть, ладно. То лень там ехать. Два F. Хех. Так, ну, дальше что? Так, выбирай. Угу. Да-да-да. Скип. Выбрать одежду. А. Стоп. Чего? Ну вот, с одного года проживания, ну. Отправляйтесь в автошколу, ну. Понял. Эх. Эл. Два. Оп. Рефлекс. Назад. Важно. Авто. Ой, опять нарушен. Но вот сейчас пойдем по правилам. Ой, занесло. Ой. Так, направо. Еще направо. Налево. А, нет. Прямо правильно. Чуть не погиб. Так, прямо. Прямо, прямо, прямо. Направо. И все. Почти приехал. Направо. Ой. Ой. Ой.
Оп, покрывался. 2. L. L. Так. Пока не начал. Нет. Это что? Е. Ага. Теория. Е. 60 без ограничений. Право. На офсайте. Ну, попробуй сдачи. Е. Начал. Завершить. Тест провален. Да, почему? Ладно. Сейчас почитаю еще теорию. Теперь этот тест можно сделать? Е. Начать. Голенький гражданин, можно у вас будет потом, когда тест дадите?
тест провален опять. Ладно, еще. Я пункты верны. Ура! Я сдал Т. Так, как практику-то делать? Наверное, надо сесть в машину. Пойду сяду в самую дальнюю. F. Взять вариант. Два штука здесь. О, наконец-то смог выключить долбанное радио. Шансон. Фанк. Оп. Ну, за 4.5 минуты можно успеть. Так-то. Вы аккуратно и неаккуратно. И быстро. Нет. Сколько денег я потратил на один квест? Прямо. Сюда, сюда, сюда. Непонятно, куда дальше поворачивать. Прямо или вот направо. Как я должен это определить? О, вы прошли и получили водительские права. Вы даже в ней ударили, вы
Бочину и куда только можно. Лететь к Майклу. Где мой скутер? Ну ладно, куплю новый. Агио. Чё? Давай. Yes, наконец-то выключил это радио. Скажите, как можно выключить это радио, чтобы оно не мешало? Что мешает постоянно, включается. Вот кто просил его включаться? Никто не просил его включаться. Например, я точно не просил его. Я точно не просил включаться. Сколько денег потратил на один только квест? Ж обидно. Где тут заехать? Тут нигде не заехать. Ну надо же заехать, значит я заеду. Два яла. А чего? Я уже думаю, тебя не видел. Так. Угу. Так. Контакты своих знакомых, если хочешь пойти к ним. Ага. Спасибо. Что делать так? Угу. Ладно. L, F, 2, L. Телефон, АПС. Назад. Так, разное. Не то. Важно. Не то. Контакты. Нету телефона. Контакты. Такси, механики на бане. История. Так, тут тоже нету. Банк. Нету. GPS. Там важные магазины. Бандершоп, тату, заправки. Как идти до работы? Работа. Ну ладно, короче, вот такая была первая серия на GTA 5 RP Strawberry. Первый раз зашел, даже не знал, что делать. Скутер еле-еле нашел. В общем, всем пока, GTA 5 RP. Ссылка, может быть, будет в описании. Всем пока-пока.